Всем здравствуйте, меня зовут Елена, канал «Счастливая улитка». Сегодня новый урок, новый узор вязания на спицах. Раппорт данного узора равен 9 петлям. То есть вам нужно брать количество петель, кратное 9, плюс 2 петли кромочные. Это изнаночная сторона узора. Я вам показываю на 4 раппортах, на примере 4 раппортах, то есть на 38 петлях. Высоту узор состоит из 4 рядов. Первый ряд. Первую кромочную снимаю. 3 лицевые, 1 изнаночная, 2 петли провязываю вместе, 1 лицевое за переднюю стенку. Двойной накид. Не провязываю петлю, снимаю на другую спицу нить за работой. 1 лицевая. Непровязанную петлю накидываю на провязанную. И 1 изнаночная. Это раппорт узора, повторяю его. 3 лицевые петли, 1 изнаночная, 2 петли провязываю вместе, 1 лицевое за переднюю стенку. Двойной накид, снимаю петлю, не провязывая нить за работой. 1 лицевая, непровязанную петлю накидываю на провязанную и 1 изнаночная. Так я вяжу до конца ряда. Последнюю петлю кромочную провязываю изнаночной. Второй ряд. Первую кромочную снимаю. 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 3 изнаночные. Это раппорт узора, повторяю его. 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 3 изнаночные. Так я вяжу до конца ряда. В конце ряда последнюю петлю кромочную провязываю изнаночной. Третий ряд. Первую кромочную снимаю. 3 лицевые, 1 изнаночная, 1 накид. Петлю не провязываю, снимаю на другую спицу нить за работой. 1 лицевая. Непровязанную петлю накидываю на провязанную. 2 петли провязываю вместе, 1 лицевое за переднюю стенку. Накид. 1 изнаночная. Это раппорт узора, повторяю его. 3 лицевые, 1 изнаночная, 1 накид. Снимаю петлю, не провязывая нить за работой. 1 лицевая. Непровязанную петлю накидываю на провязанную. 2 петли провязываю вместе, 1 лицевое за переднюю стенку. Накид, 1 изнаночная. Так вяжу до конца ряда. Последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. Четвертый ряд. Первую кромочную снимаю. 1 лицевая, 4 изнаночные. 1 лицевая, 3 изнаночные. Это раппорт узора, повторяю его. 1 лицевая, 4 изнаночные. 1 лицевая, 3 изнаночные. Так я вяжу до конца ряда. Последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. Вот такой узор у меня получился. Он очень простой, красивый и очень легко запоминается. Мне он нравится. Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания!